Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда 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 Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жанна Самаюктам Бинда Ванам Манухарам Ванча калпатару вашке пасинду бевачо, патитанам павуне бхавишна вибью наму нама, мукам кароти вача ланг пангун ланг хетигирим, ятки патам ахунг банди параманандамадвам, бриндавай тулсидевай пиявай кесвасачо. Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо нама Нараяна намаскритта нарам чайва нараттама Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кришна катха упадеша Гаурия патрашо пракаса неча Садану ракта гуру бхакти юкта бхакти прамадакша джагод варна дейям сада парибхавагнам авишта духам тетас падам сива виринчанутам сараньям виттатихам панатопалья бхавадипутам банде махапурушате чаруна арвиндам Ятпада паллавана качандамани чатая Бисфуриджита кимапикапавадушва дарша Пуранану рагара сасагару сару мурти Сарадика мои када кипам тарша Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиваддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужо канака бодату Санкиртанай капитару камала ятакшо Вишамбару дижавару джигадхарма пало Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Аджануламбита бхужо канака бодату Санкиртанай капитару камала ятакшо Вишамбару дижавару джигадхарма пало Банде джагат приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Суруир Бандито Дипарупам Бхуктин Чамуктин Чатада Синитам Бхавану Рупен Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхага Нараяно Прияманаṅга Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам
Vagisajusho Vadane Lakshmi Jasacha Bhakshasi Jasyaste Sambi Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Tad Vijnanartham Sa Guru Mevabhi Gachet Samitapani Sautuham Brahmanishtam Tad Vijnanartham Sa Guru Mevabhi Gachet Samitapani Sautuham Brahmanishtam Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru сказал. If you are so long, if you are not going to realize that Guru Padpadma and Если вы до сих пор не осознали, что Гуру Падпадма и Бхагаван не отличны друг от друга, вы не способны повторять Харинам. До тех пор, пока вы не осознаете это, вы не сможете повторять Харинам. Настоящий Харинам. So long as you are not going to believe that the mantra I have received, пока у вас нет веры в то, что мантра, которую я получил от Гуру Падападмы, не отлична от Бхагавана, till then you cannot start your bhajan. Вы не сможете начать свой баджан. Пока вы не осознаете, что она не только не отлична от Бхагавана, но также не отлична от духовного учителя, настоящий баджан для вас не начнется. Необходимо принять прибежище гуру, который может разрешить все наши сомнения. Это одна из обязанностей Гуру Падападмы. Избавлять нас от сомнений. Процесс дикши не таков, что мы получили мантру и ушли во свояси. Джива Госвами Пад говорит, если Гуру Падпадма не может разрешить наши сомнения, противоречия, которые возникают у нас в уме, у нас, естественно, возникнут сомнения и о Гуру Падападме. И подобные сомнения приведут к падению. Поэтому гораздо безопасней принять прибежище у Гуру, который является Шабде. Который осознал Шабда Брахман. Шабда Брахма и Пара Брахма не отличны друг от друга. Во всех шастрах сказано, что Бхагаван Шри Кришна нисходит в материальный мир в форме Апракрита Шабда Брахма. Шабда Брахма и Бхагаван не отличны друг от друга. Если мой духовный учитель не познал на собственном опыте, что есть
служение Бхагавану, если он не способен совершать непосредственное служение Бхагавану, он не может передать настроение служения мне, поскольку как я могу дать то, чего у меня нет? Я могу поделиться лишь тем, чем, что имею сам. Поэтому, если мой Гуру Падма не осознал, что есть непосредственное служение, не получил опыт прямого служения, он не сможет вовлечь меня в служение. Также Гуру должен осознать Шабда Брахман. В противном случае он не сможет рассеять мои сомнения. Итак, Джива Госвамипад утверждает, что оба эти фактора необходимы. В противном случае мы столкнемся с препятствиями. У нас появятся сомнения о Гуру Падападме. Мы начнем сомневаться в Гуру Падападме, и это приведет к падению. Вчера я сказал, что Таттвавид Гуру может легко удалить все сомнения ученика. В сердце ученика авидья. Невежество. Садгуру, I mean, who is, you know, Таттвавид Пуруш, he can... И гуру, который является Таттвавид Пуруш, может легко избавить сердце ученика от невежества, но при условии, что ученик полностью предался. Ведь, как говорит Бхагаван Шри Кришна в Гите, для благополучного взаимодействие ученика с гуру необходимо исполнить три условия. Только в таком случае можно обрести таттвагьяну от гуру Падападма. Сева, пранипат, парипрашна. Maybe you are very intelligent, you are educated, you can catch so many things. But if you have no seva mood, возможно, вы обладаете выдающимися умственными способностями, очень талантливые, образованные, но если у вас нет настроения служения, вы не сможете осознать таттва вигьяну. Такой, как она есть. Поскольку это возможно лишь по милости Гуру Пада Падмы, Таттвавид Пуруша. Необходим парипад, стопроцентное предание, без лицемерия, парипрашна, то есть вопросы. И третье условие — настроение служения. Бхагаван Шри Кришна на своем собственном примере в Гурукуле показывает нам необходимость присутствия трех этих факторов. Без них можно слушать харикатху, но никакого прогресса на пути духовной жизни не произойдет. Итак, как я уже сказал, обязанность гуру — избавлять сердце предавшегося ученика от сомнений. Как я говорил вчера, авидья и видья
приносят проблемы в нашу жизнь. Авидья — это невежество, но и видья представляет собой опасность для нас. Если вы не используете это в правильном русле. Как правило, видья избавляет от авидья. If you are going to achieve that kind of vidya, which is against, I mean, negative vidya, in that case, однако негативная видья помочь не сможет, а лишь принесет много проблем. Гурудев может избавить нас от авидья. Но для того, чтобы избавиться от неблагоприятной видьи, нам также нужно протянуть руки к Гурудеву. То есть предаться. В противном случае он не сможет нам помочь. Авидью он может удалить из нашего сердца и без нашей просьбы. Но чтобы избавить нас от авидьи, необходимо обратиться к гуру за помощью. Авидья спускает нас на дно невежества, но видья возвышает нас, поднимает нас, но не в духовном плане. Настоящий преданный не хочет находиться в оковах материального мира. Видья скрывает в себе много различных мотивов, корысти, которые столкнут нас с пути преданного служения. В шлоке, которую я произнес вчера, говорится, что нужно избавиться как от авидьи, так и видьи. Поскольку именно видья способствует гордости. Как это было в случае с Прабхупадой? Когда он пришел к своему гуру, Гавикришор Дарс Бабджи Махараджа, он обращался с ним как с кем-то, кто ничего из себя не представляет. Хотя Прабхупад, по его словам, считал в то время себя уважаемым человеком, образованным, большим знатоком. Но все это Но, как говорит Прабхупад, мой Гурупад Падма не обращал внимания на все мои материальные заслуги и тем самым разбил комнату моего материального эго. Ложного эго. Если ученик не хочет сам остановиться, подкидывать дрова в огонь, огонь будет продолжать полыхать.
think so many things, so many things you have. You are thinking so many things. So if you go on thinking, I mean, going to provide fuel in the fire in your mind. В нашем уме постоянно крутятся разные мысли. Если я подливаю топливо в огонь, другими словами, не отказываюсь от настроения наслаждения. I don't need any matter, I submit. But if you reserve the right to provide fuel in the fire, что же Гурудев может сделать? Пусть вы даже и сказали, что предались ему, но если вы не прекращаете подпитывать огонь материальных наслаждений, другими словами, предоставляете наслаждение органам чувств, что может сделать учитель? Поэтому ученик должен быть очень осторожен в этом отношении. Он не должен подливать топливо в огонь. В противном случае на его пути возникнет много препятствий. Бхагаван Шри Кришна четко описывает качества, которыми должен обладать ученик, каково должно быть его поведение, намерение и так далее. Также мы уже услышали о том, каким должен быть подлинный гуру. А если ачарана в жизни Гурупада Падма нет, то есть если он не может предоставить наглядный образец следования всем правилам и предписаниям, если он просто запомнил, выучил какие-то шлоки, выучил шастры, но сам не следует им, ученик не сможет совершать баджан, поскольку ачаран невероятно важен и очень могущественен. Те, кто не следует ачарану, боятся тех, кто следует ему. Я видел в своей жизни саду, которые не говорили много. Поскольку подлинный саду, который в точности следует всем правилам и предписаниям, который обладает преданностью, то есть у которого есть ачаран. То есть ачаран — это не какая-то внешняя деятельность. Это преданное служение, полное предание. Все, что он делает, направлено исключительно на удовлетворение Бхагавана. Так вот, когда такой саду просто сидит или просто предстанет перед нами, но даже не станет ничего говорить, человек, который смотрит на него, немедленно почувствует определенные реакции в сердце, поскольку лишь взглянув на такого саду, он производит на нас влияние при помощи своего ачарана. Но тот, кто ачараном не обладает, тот, кто не следует всему, о чем говорит, может говорить очень много, но его лекции не принесут блага слушателям. И также настанет день, когда сам этот лектор, сам этот так называемый саду, почувствует разочарование в том, что говорит. Итак, подлинный саду. Обязательно оставит отпечаток на вашем сердце. Теперь Удхава Махарадж задает вопрос
Бхагавану Шри Кришне. Как джива становится обусловленной и как она освобождается? Как это происходит? That usually people are busy with good activities. Как правило, люди погружены в благочестивые дела и греховные. И в обоих случаях они получают лишь вред от них, поскольку и позитивные дела, и негативные ведут к обусловленности. Они все больше связывают, сковывают живое существо. В Кармаканде сказано, если вы совершаете такое, если вы следуете этому, если вы проводите такие-то ритуалы, делаете то-то, то-то, вы получите благо, благоприятный результат. Если сделаете это, то получите такое-то благо. То есть имеется в виду, что за каждым действием стоит корысть. Никто не станет поклоняться тому или иному полубогу без корыстной выгоды, без желания корыстной выгоды. Итак, люди либо грешат, либо совершают благоприятную деятельность. Благочестивую. Поскольку живое существо бездействовать не может. И когда живое существо начинает осуществлять благочестивую деятельность, оно прекращает грешить. И взамен Кармаканда обещает материальные выгоды, материальное вознаграждение. К примеру, если вы совершите путрешвар-ягью, а у вас нет детей, у вас родится сын. А если проведете ашвамеда-ягью, избавитесь от своих грехов. Так или иначе, в обоих случаях живое существо становится еще больше связанным материальными оковами. Если живое существо продолжает грешить, оно опускается все ниже и ниже на греховные планеты, где приходится страдать. Если же она совершает благочестивую деятельность, она может достичь райских планет. Но мы знаем, что райские планеты не лишены влияния трех гун материальной природы. Там также господствует майя. Но что его отличие, что райские планеты отличают от планет, которые находятся ниже, то, что там преобладает гуна благости. И там они постоянно совершают яги, различные ритуалистические обряды. Но там также есть некоторая опасность, которая заключается в беспрепятственных наслаждениях. Здесь подобных наслаждений нет.
Да, в материальном мире есть наслаждение, поскольку это Девидхама. То есть это обитель Дурги. В Брахма-самхите сказано, что чем выше вы поднимаетесь, имеется в виду, чем существует много уровней планет выше. И как мы читали в Брихат-Бхагаватамрите, Гопа-кумар постепенно поднимался на высшие планеты. Он хотел служить Бхагавану. У него было чистое желание. Но в соответствии с желанием Господа, его духовного учителя, он добирался до духовного мира поэтапно, для того, чтобы показать нам восхождение живого существа. Его гуру сказал: «Все, чего ты захочешь, ты добьешься при помощи повторения этой мантры». Повторяя эту особую мантру, ты сможешь созерцать лилы Бхагавана. Нас могут посетить сомнения, почему он так сказал. Возможно, это было желание Бхагавана. В противном случае, Гопа-кумар не был бы так однонаправлен. Как мы знаем, в процессе восхождения на высшие планеты Гопа-кумару предлагали стать царем, и другие привилегии. По своей природе он нишкинчана. Это несомненно. Соответственно, ничто не могло... сбить его с толку. Никакие привилегии, никакие предложения. Представляете, если гопи предложат какие-то богатства, это как-то пошатнет их преданное служение, их преданность? Конечно же, нет. И как мы знаем, Прахлад Махарадж был царем, стал царем. Но это никак не уменьшило его преданности. Он был полностью отречен. Он не хотел жениться, не хотел быть царем. Но поскольку таково было желание Господа, он принял все это. Итак, Гопа-кумар был полностью отречен по своей природе. Но, конечно же, за его желаниями посмотреть на райские планеты стояла какая-то тайна, то есть какая-то задача. Он, достигнув райских планет, хотел подняться выше и выше. Ведь если бы Гопа-кумар не открыл нам всю картину высших миров, мы так и не смогли бы понять, что там. Именно для нас, для того, чтобы показать нам, он поднимается ступень за ступенью, планета за планетой. Он описывает, четко описывает планету и показывает, нужно ли нам туда. Существует два вида мукти. Можно напрямую обрести мукти, а второе — поэтапное обретение мукти. Мукти, которая достигается поэтапно. То есть мукти, которая достигается одномоментно, допустим, после смерти человек отправляется на райские планеты. Но второй вид мукти — это мукти, которая достигается поэтапно.
Как мы слышим из шастры, тот, кто оставляет тело Варанаси, обретает мукти. Так может быть, нам всем поехать в Варанаси, оставить, покинуть Вриндаван? Но о каком мукти идет речь? Говорится, и в Гаядхаме тоже можно получить мукти. На Шукакшетре, где явился Вараха Махарадж, там же находится маленький-маленький храм Госвами Махараджа. Храм находится на Кунде. То есть очень близко. Но там нельзя ходить в туалет, на большое расстояние нужно отойти от храма, и там располагается туалет, поскольку там священная земля и запрещена. В Гае сказано, шастра сказано, что если вы оставите тело в Гае, вы обретете мукти. Говорится, что в Гае священная земля, святая земля, а в Варанаси и земля, и вода священные. И третье место, о котором говорится, Шукаркшетра. И вы не оставили тело, хоть в воздухе, хоть в воде, хоть на земле. Итак, существует два вида мукти. Когда вы достигаете райских планет, а по стечению запаса благочестивой деятельности вы падаете на низшие миры, на низшие планеты, поэтапное восхождение. Когда вы постепенно достигнете океан Вироджи, воды Вироджи, там вы, затем вы увидите свет безличностного брахмана. Господь говорит, я изначально причина Брама. А это говорится в Брама Самхите. Итак, сияние Брамы — это не что иное, как сияние Шри Кришны. Если вы хотите остаться там, это ваше дело, ваше решение. Но если вы пойдете выше, то достигнете Садашивадхаму. Это также относится к Вайкунтха-локе, часть Вайкунтха-локе. Затем, поднявшись, вы увидите планеты Вайкунтхи, где Шри Вишна, Бхагаван Шри Вишна принимает различные формы. Разные-разные обители, и в соответствии с настроением преданные достигают эти планеты и совершают там вечное служение. Как все мы слышали историю о брахмане, который хотел поклоняться Варахадеве. Почитайте Парикрамакханду. Он поклонялся, и Господь в образе Варахадева в конце концов явился ему.
Так этот браман испытывал влечение к Варахадеву. И после того, как он обретет совершенство, он отправится на его планету. Куда же еще? Если вы желаете достичь обители Варахадева, конечно же, вы, достигнув совершенства, окажетесь там. Все в соответствии с настроением баджана. Но если даже на Вайкунтха-локе вы не почувствуете удовлетворения, конечно, там невозможно быть неудовлетворенным, но если вы захотите чего-то большего, если вы захотите чего-то высшего, вам нужно продолжить свой путь, свое возвышение. Галока Вриндавана. Постепенно, постепенно преданный достигает Галока Вриндавана. И Гопакумар постепенно достигал Вриндавана Дхамы. Тот, кто хочет попасть на райские планеты, чтобы наслаждаться, может попасть туда. Может идти туда, у него есть все возможности оказаться там. Повсюду, в 14 мирах, материя. Но постепенно, с возвышением планеты, чем выше планета, тем тоньше становится материя. Она присутствует, но в тонкой форме. Не так, как в этом материальном мире. Чем выше планета, тем тоньше концепция материи, то есть сама по себе материя. На Брахмалоке наслаждение принимает более тонкую форму, еще более тонкую. В шастрах сказано, что на Брахмалоке все настолько поразительно, захватывающе, каждую секунду среда там меняется, изменяется. Но настоящие преданные не стремятся к наслаждениям. И как я уже сказал, есть два пути. Пути обретения освобождения, негативный и позитивный. Но что необходимо для преданного? Обрести Гуру Падму, Гурупада Падму, который полностью вырвет его из оков материи. Как мы уже слышали, сатва-гуна также является причиной обусловленности. Like to get satogun is also bondage.
сукхе бандха. Сатогун can give you some maturity and you can develop more and more happiness by learning vidya. Сатвагуна может сделать нас более зрелыми и дать нам знания, видео, чтобы сделать нас более счастливыми. Как правило, талантливые, разумные, по-настоящему разумные люди, умы их не беспокойны, они сосредоточены. Это говорит о том, что они находится в сатвагуне. Когда вы в сатвагуне, вам не хочется спорить, ссориться. Это тамагуна, раджагуна, когда люди ссорятся, кричат. Но тот, в ком преобладает сатвагуна, хотят просто спокойно жить. Понаблюдайте за людьми. Но ведь и это также является оковами. Я хочу спокойно жить, не беспокойте меня. Что это как не стремление к наслаждениям? Это та же самая кама, но в пассивной форме. Мы, преданные, хотим следовать пути Бхактина Такура. Он говорит, с какими трудностями мне не пришлось встретиться, ради служения тебе я готов. Я буду счастлив страдать ради служения тебе. Сколько бы трудностей, препятствий не возникало в процессе служения тебе, я невероятно счастлив. Итак, настроение преданного полностью выходит за материальные рамки. Завтра я скажу, почему Прабхупад... Завтра я объясню, почему Прабхупад сказал, что готов ради служения гуру отправиться в ад. Я знаю, что вы не полностью обусловлены, вы поднимаетесь вверх, вы развиваетесь. Тем не менее, до сих пор вы до конца не осознали сердце Гуру Пада Падмы. Хорошо, может, кто-то достиг сатвагуны, но что с того? Сатвагуна еще не говорит о том, что человек стал бы чистым преданным. Бхагаван Шри Кришна говорит, что тот, в ком преобладает сатвагуна, также стремятся к наслаждениям. Хотят окружить себя прекрасными садами, покоем. Вы же тоже об этом мечтаете, так ведь? Бхагаван хочет все ваши мечты разбить, разрушить, уничтожить. Когда я был маленьким, я посещал Сон-Лейк. Там был еще всюду лес. Но теперь там настолько дорогая земля, и все настолько застроено, что невозможно купить землю, чтобы построить дом. Около Шантиникетана в Болпуре. Я какое-то время назад проезжал мимо этого места и увидел большое
большую площадь. Я спросил местных, для чего это здесь? Мне ответили, Махарадж, один очень богатый человек, готовит место для гостиницы, в которое смогут приезжать лишь богатые люди, состоятельные посетители. Много лет назад я ездил в Пуне говорить харикатху. Нас поселили в новой квартире, в новом доме, в богатом районе. Недавно построенный район, и этот район был вдали от города, и только люди могут, и только на машинах можно было добраться до него. То есть это для состоятельного слоя общества. Но мы, будучи преданными, не должны стремиться к подобному. Да, это сатвагун, устремление к покою, к благости, но даже она ведет к падению, к еще большей обусловленности. Таким образом, мы хотим обрести шудха-сатву. И помимо всего, Бхагаван также говорит, что если даже вы находитесь под влиянием сатва-гуны, это еще не говорит, что вы свободны от раджа-гуны. Тамагуны, да, может быть, тамагуны совсем мало, и раджа-гуны небольшой процент. Но так или иначе, как правило, в материальном мире все смешано. И мы хотим выйти из-под влияния трех гун материальной природы. Мы хотим достичь шудха-сатвы. Как я только что сказал, те, кто хотят обрести, те, кто стремятся к сатве, стремятся обрести знания. Но и видья, и авидья несут, таят в себе опасность. So to go out, you must pray to your Gurudev. I told for a long time that by the help of Guru Padma. И как я уже сказал, лишь при помощи милости Гуру мы сможем избавиться от видьи, не только о видьи, но и от видьи, которая приносит проблемы. Гуру острым лезвием, острым ножом с корнем срезает видью. Авидью, срезает авидью. И что же есть этот нож, это лезвие, это видья. Видья, но впоследствии даже этот нож мы должны выбросить, то есть от видья мы должны избавиться. Если не сделать этого, не сегодня, так завтра придут трудности, препятствия. Мы знаем на примере нашего Гуру Махараджа, однажды к нему пришел один преданный, который наизусть знал все шастры. Но я никогда не видел, чтоб он совершал баджан. Я не хочу его имя говорить, дело не в имени. Он получил инициацию от Гуру Махараджа.
получил саньяс от Гуру Махараджа. Он был из брахманической семьи, и со временем он возгордился так, что начал думать, что его происхождение выше, чем происхождение Гуру Махараджа. Гуру Махарадж также происходит из брахманической семьи, но по статусу его семья была выше. Я хотел помочь ему, но дело в том, что он не хотел избавиться от видья. Как я уже говорил, это с собственными усилиями сделать невозможно. Для этого необходима милость гуру. В этом может помочь лишь гуру. И после того, как вы избавитесь от видья, вы обретете паравидью. Но это возможно лишь, когда Гурудев будет абсолютно доволен вами. Когда видья достигает зрелости, когда она достигает пика своей зрелости, мы можем ясно увидеть, что эта видья становится ничем иным, как бхакти. Как спеет манго. Постепенно, оно достигает полной зрелости. И зрелая манго можно сравнить с бхакти. В зеленой форме видья дает гордость, как произошло в случае с этим преданным. Итак, будучи преданными, мы безразличны к видье и авидье, но хотим обрести паравидью, абсолютное знание. Об этом не нужно забывать. Итак, теперь поговорим о вопросе Удава Махараджа. Он говорит, я хочу понять, как живое существо становится обусловленным или освобожденным. В ответ Бхагаван Шри Кришна говорит, изначально твой вопрос неправильный. Бессмысленный. Ведь и Бадха, и Мукта, то есть и обусловленность, и освобождение, в действительности иллюзорное. Ведь это просто влияние майя, искусство майя, насколько изощренно она вводит в заблуждение живое существо. Она, майя, при помощи сатвы, тама и раджа-гуны заставляет танцевать живое существо. Вы знаете, что каждое обусловлено живое существо танцует, об этом говорит Кунти Деви. Как же люди танцуют под дудочку майя? Они этого, может быть, и не хотят, но танцуют. Им это совершенно не нужно, но они танцуют. Как вы знаете, марионетки. Я думаю, все вы в детстве смотрели кукольный театр. Нам кажется, что куклы, марионетки, танцуют сами по себе. Но на самом деле ими управляет кукловод при помощи нитей, которые присоединены к куклам.
It is not true. There is somebody who is going to play, make this play. То есть за всем этим театром стоит кукловод. Хотя мы не видим нити, которыми он управляет куклами. Именно об этом говорит Кунти Деви. But from backside background, somebody doing this. So we are going to see this, you know, play. Natu natu dharu yatha. You are playing in the role of one father in your family. Вы можете играть роль отца, главы семьи. In front of you. Я играю роль саду. Она играет роль жены. Все мы актеры. В соответствии со своими предшествующими самскарами мы исполняем те или иные роли. Кто-то играет роль полицейского, кто-то роль управляющего, ученого и так далее. Всевозможные роли. Как я уже говорил, в этом мире полно ролей, полно титулов, которые сотворены моей. Когда Индра говорит «Я царь райских планет», это не что иное, как титул, произведенный моей. Или кто-то называет себя ученым, это точно так же титул, произведенный моей. Если ачарья подлинный, истинный, это не влияние мое, это не титул, произведенный моей. Итак, каждый после своего рождения должен исполнять ту или иную роль. Кто-то играет роль ученика, кто-то учителя, кто-то становится вором, играет роль вора, кто-то полицейского. Итак, все это устраивает Майя Деви. Не было бы воров, не нужны были бы полицейские. Есть одна страна, где нет преступности, и там полицейские ни к чему. Но они все равно существуют, но ходят без оружия, им оружие не нужно. Итак, каждый играет свою роль. Если мы постараемся глубоко задуматься, they never wanted to stop thinking that who am I? Живое существо никогда не прекращает отождествлять себя с этими ролями. Она не может задуматься о том, кто же я на самом деле. Ведь если бы все обрели, если бы все поняли, что это всего-навсего роли, которыми они не являются, то полицейские бы ушли совершать баджан в Гималайи, и спектакль этого мира подошел бы к концу. Именно поэтому необходима майя, которая стоит за всем этим. И именно майя внушает нам чувство обязанности, что мы имеем те или иные обязанности, которые должны исполнять. Если вы осознаете, что вы шудха, то есть если вы осознаете свою шудха атму, вы поймете, что у вас нет никаких обязанностей, никаких обязательств. Единственное ваше обязательство — служить Бхагавану.
Когда покрытие материальной энергии, покрытие майи будут разорваны, вы достигнете осознание подлинного себя, то есть понимание того, что вы есть Дживера Сварупа Хо Кришнара Нитьядаса, то есть вечный слуга Шри Кришны. Когда покрытие иллюзии будут разбиты, мы поймем, что у нас единственная обязанность служить Бхагавану. Не так ли? Итак, Бхагаван говорит, твой вопрос бессмысленен. Поскольку и обусловленное состояние, и освобожденное образовано майей, создано майей. И в них нет реальности, хотя она это и выглядит как подлинная реальность. Нам кажется, что мы приехали с такой-то страны, что меня зовут так-то, вот от Харкарта, то есть документ, паспорт на такое-то имя. Это глупость. Вы правда думаете, что вас так зовут? Чем глубже вы сможете осознавать, то есть чем глубже вы в это верите, то есть чем больше ваша обусловленность, тем глубже ваша вера в то, что вы есть то, кем вы сейчас являетесь в этой материальной жизни. Это Кришна говорит, у Удава в этом нет совершенно проявления реальности. Это не что иное, как иллюзия. Бада Мукта, то есть и Бадха, и Мукта, все это титулы, созданные майей. Вот, к примеру, Майявади думает, они говорят, Бхагаван в оковах майи, Брахма в оковах майи. Ну, как подобное возможно? Разве такое может быть? Но они утверждают подобное. Якобы под влиянием майи Брахма был одурманен и создал это творение. Еще они утверждают, что каждая джива является Брахмой. На самом деле, они просто вырывают из контекста утверждения, приведенные в шастрах, и неправильно трактуют их. Махапрабху называет их глупцами из глупцов. Если бы они почитали, если бы они вникли в контекст шастр, контекст использованных ими слов, они поняли бы, что они говорят не что иное, как глупость. То есть они, их утверждение не имеет под собой основы. Бхагаван говорит, майя управляет тремя гунами материи, но эта майя находится под моим руководством. Это моя майя. Кришна сам говорит в Гите, вы не можете пересечь мою майю. Мою майю пересечь невозможно. Nobody can cross over this Maya
ни Брахма, ни Шанкар не способен сделать это. Однако существует процесс предания. Тот, кто примет прибежище у моих стоп, пересекет океан Майи. Это единственный способ. Но напрямую мы достичь Бхагавана не можем, поэтому необходимо принять прибежище лотосных стоп Садгуру. Поскольку у нас есть возможность непосредственного контакта с Гуру. Лишь при его помощи мы сможем пересечь океан материи, океан Майя. Насколько бы влиятельным человеком в этом мире вы не являлись, без предания Садгуру вы не сможете выбраться из оков Майи. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: так что же ты вправду думаешь, что моя же Майя может накрыть меня, может погрузить меня в неведение, в иллюзию? Так это ж моя Майя, как она может влиять на меня? Как она может одурманить мое сознание? Бхагаван является источником всех четан. Бхагаван — источник всех нитья-васту. Всех живых существ, всех душ. Единственный источник — Бхагаван. Так что же, ты думаешь, что моя Майя может меня накрыть? В действительности обусловленность дживы иллюзорна. Она создана Майей. Почему мы стремимся быть, находиться в оковах Майи? Потому что у нас нет связи с Атмой. Именно поэтому мы верим в то, что правда не является. Ваши отцы, ваши дедушки были вынуждены верить в то, что правда не является. Таковы проделки Майи, то есть влияние Майи. Атма абсолютно, совершенно, божественно. Но несмотря на это, как во сне, когда мы видим разные, когда мы спим, мы можем увидеть, как что-то происходит. Мне часто люди рассказывают сны в читании Гаудия Матхи. А может быть, в Чагде.
2-3 случая, вот, особенно яркие. Один преданный был очень крупным. Он был полным, сидел под феном и уснул. А на полу спал другой преданный. И одновременно каждый видел свой сон. Полному человеку приснилось, что пришел вор, и он пытается его поймать. А тот, кто спал на полу, ему приснилось, что дух пришел, и он пытается его поймать. Привидение. Пришло, он пытается его поймать. И вот этот полный человек, брамачарья, упал на того, который спал на полу, и они стали бороться, ну, то есть ловить. И каждый думал, что один поймал вора, а другой думал, что он поймал привидение. И так они кричали. Все пришли, увидели. То есть всего-навсего сон. То есть это был всего-навсего сон. И нечто подобное произошло в Пури. Один повар, браман из Катака, после того, как Ратхаятра была завершена, он получил пожертвование. И собрался ехать домой. Сел на поезд и приехал. Ему приснилось, что он лишился всего. Начал кричать: «Я все потерял, я все потерял». Люди стали будить его. «Я лишился всего, у меня ничего не осталось». Но в конце концов его смогли разбудить, он очнулся и понял, что все у него в порядке, все как прежде, все на месте. И люди стали возмущаться: «Что вы кричите?» Он оправдывался: «Я увидел, я сам видел, как у меня все своровали, как я вернусь домой без денег». И точно так же Бхагаван объясняет, что этот мир — ничто иное, как сон, иллюзия. И то, что мы чувствуем здесь, испытываем, также влияние майя. Как в фокусах, фокусник может разрезать человека напополам. Ноги человека может отодвинуть в одну сторону, а туловище в другую. И люди смотрят на это и недоумевают, как подобное возможно. Но ведь если бы он по-настоящему разрезал человека, его арестовали бы. Настоящий таттвавид пуруш, настоящий вайшнав, на него не влияет ни тантра, ни какие другие, никакие другие либо практики. Никакие либо другие практики, поскольку они полностью полагаются на Баладжи Махараджа, то есть находятся под полной защитой Баладжи Махараджа. И когда кто-то пытается предпринять что-то негативное по отношению к ним, получают наказание Баладжи Махараджа. Я знаю много примеров этому. Те, кто делали это в прошлом, теперь в ужасном положении находятся.
Лошади одевают на глаза специальное приспособление, которое закрывает, которое не дает ей видеть, смотреть по сторонам. То есть все, что она видит, лишь прямую дорогу, лишь дорогу впереди. Если сейчас вы не станете совершать баджан серьезно, вы столкнетесь с большими проблемами, поскольку день за днем ситуация становится все хуже. Завтра мы продолжим. Бигьянартам шагуру мебхавигачет шамитопани соутьям брахмаништам шабде паричанишнатам брахмани упасамасрахам. Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Tai Gaur Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Bol, Tai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Bol, Hari Bol, Tai Gaur Hari Bol, Bol.